жизни, и нет прекрасней спорта. Так было, есть и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная когорта, и светит нам Ярыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не костоломы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Идут к победам мужество и воля, но лишь тому доступна высота, в ком бьется сердце чистое, живое, кого влекут добро и красота. И если тренер вольнику России в разгаре схватки крикнул «разорви», то это значит, победи красиво. Красиво действуй, думай и живи. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Уходит век, весь в отблесках багровых, ненастных дней хлебнувший через край. Прощай, двадцатый, бурный и суровый, и ты, тысячелетие, прощай. Да будет мир, да возвестит планете святая олимпийская труба. Одна борьба останется на свете, и это будет вольная борьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Борьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Ярыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не костоломы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Вольная борьба. Мудов, Гатчина, Мухаммед. Третье место. Шербабоев Али Приозерск. В весовой категории первое место занял Саидов Айзуло Кингисепп. Третье место. В
весовой категории до 70 килограмм. Чемпионом Ленинградской области стал Асачи Антон. Кингисепп. Второе место занял Хазеров Максим Тихин. Третье. И Тимофеев Алексей, город Гатчина. Чемпионом Ленинградской области стал Рыжков Дмитрий, город Кингисепп. Второе место занял И очень приятно, что мы таким не очень большим составом, но очень качественно проводим наши мероприятия на территории Ленобласти. Вот. И вот очень тщательно будет сделан отбор, на самом деле, и сборная будет сформирована вот по двум возрастам.